Привет, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что все хорошо, потому что сегодня мы играем в симулятор любовника от первого лица. Игру можно будет открыть по ссылочке и играть прямо в браузере. Я считаю, что это очень круто. Игрушка на движке Unity, мы ее расширили, и сейчас попробуем это дело в действии. Нам дается два персонажа, мужской, естественно, и женский. Мы по традиции убираем девушку, потому что именно ею мы будем дарить любовь всем окружающим. Вау, чё-то вы какие-то громкие. Так, мы секретный агент, это мы уже поняли. As you already know, we have ongoing operations across the world. But there's one situation that requires our immediate and urgent attention. Я готов дарить любовь всем, абсолютно каждому. Растениям, камням, людям, животным. Кто попросит, тому подарим. Даже если просить не будут, все равно подарим. Давайте скипнем это дело. Ух ты! Ты как интересно-то все, да? Смотрите, можно приодеться. Это практически как Симсы. Приодеваемся. Можно ходить без обуви. А, это шоп онлайн. То есть я могу, видимо, за бабосы все это приобретать. Но мне это не надо. Давайте посмотрим, что предустановлено здесь по дефолту. Могу заметить, что здесь очень классный саундтрек. Пара-пара-пара-пау. Такой, знаете, чем-то Ералаш напомнило. Так, ну что, чем мы тебе тут самое наденем-то? Черное с белым как-то не камильфо. Давай что-то посексуальнее. Мы же будем дарить любовь людям. Мне кажется, неплохой цвет. Тум-пум. Турум-турум-турум-пум. Такая классная мелодия, серьезно, очень даже тащит. Ну что, верхняя часть у нас одета. Давайте глянем, что у нас есть из юбочек таких. По-моему, что-то не ахти, да? Похоже на сексуального агента, я даже не знаю. Ну, давайте вот так сделаем. Я думаю, очень в тему. И, конечно же, можно выбрать себе обувь. Либо без обуви, либо самый простой набор из трех пар обуви. По-моему, очень даже сексуально получилось. А игрушка у нас подгружается, и за это время как раз мы можем изучить, насколько быстро мы можем бегать, насколько быстро мы можем дарить любовь окружающим и наши, естественно, способности. Так, ну что, еще немножко? Давайте пока посмотрим. Можно крутиться, можно посмотреть на нашу девочку. Она похожа, знаете, на пляжницу, которая бегает где-нибудь в Майами-Бич, там сиськами трясет. Замечательно. Турум-турум-турум. Класс. Так, еще 4%, игрушка подгрузится, и мы с вами посмотрим. Вот такая вот супер-нано-перчатка у нас есть, которая, видимо, как раз и дарит любовь всем окружающим. Ну что, поехали, 100% загрузилось. Давайте посмотрим же, что нас ждет далее. Игра реально классная, игра необычная, и это стоит посмотреть. Я уже, в принципе, предвкушаю, чем мы сейчас займемся. Так, как интересно, а? Напоминает сейчас самое начало игрушки Dying Light. Мы там тоже примерно так делали, но летали мы не так круто. Тут практически как какой-то, знаете, Железный Человек или Супермен. Такие у нас способности. Да, вот такие вот пироги. Моднявые очечки. Ну что, давайте пройдем небольшое обучение. Нам расскажут, что как делать. Хочу заметить, что это реально играется из браузера. Прямо в Chrome, например, можно открыть. Или Mozilla, чем вы там пользуетесь. Ничего скачивать не нужно. Ссылочку я, естественно, оставлю. Попробуйте, расскажете потом, понравилось, не понравилось. Хопа! Прыжок! Отлично. Слава богу, мы с вами не разбились. Вот даже, по-моему, сайт указан. Так, поехали. Investigate the area. Давайте изучим эту область, арену, чтобы посмотреть, что тут есть. А вот и наша первая жертва. Здравствуй, холоп. Какой-то он невзрачный. Эй, ты! Иди сюда. Вау. Так, что-то ему не нравится. Давайте подарим ему немножко любви. Обстреляйте его этими няшными поцелуями. О-хо-хо, вот это да. Так, ну что, наградим его порцией хорошего настроения. Так. Был какой-то непонятный Нига, очень злой, агрессивный, а сейчас он веселый. Смотрите, он такой веселой походочкой отправляется там, не знаю, травку барыжить или еще что-то. Мы ему с помощью устройства на руке, видите, там поцелуйчик такой, очень аппетитный, наградили его порцией любви. Так. Отлично, тут есть специальные генераторы, которые тоже нужно дополнять. Ва, прекрасно. Прекрасная работа, агент. Ну что, давайте найдем еще кого-нибудь. Так, птички, я дарю вам лучи любви. Летите и срите на автомобиле простых смертных. Пошли дальше. Исследовать это место. Слушайте, а может реально птицу можно...
Нет, на птиц это не действует. Птицы по-своему как-то дарят нам любовь. Блин. Честно говоря, любовь немножко похожа на какой-то камшот. Смотрите, если бы оно было белого цвета, я бы подумал, что это реально полная жесть. Так, вижу две цели. Какая-то барышня спорит с молодым человеком. Мне кажется, что в их жизни очень мало любви. Я дарю тебе любовь. О-о-о-о, родной мой. И родная тоже. Чё-то вы как-то близко слишком подошли. Так. Прибежал какой-то незнакомец, видимо, хотел помочь им. Ну что ж, давайте второй перчаткой. Triple liberation. Отлично. Теперь они выглядят очень даже секосно, я бы даже сказал так. Танцуют, у них какая-то аэробика, не знаю. То есть люди радуются жизни, это прекрасно. Да, танцы такие. Мы бы тоже с вами потанцевали, но у нас очень важная миссия. Давайте активируем этот генератор. Да, отлично. Чудесно. Так, контрольную точку мы с вами активировали, и это позволяет нам пройти далее. Прекрасная шоколадка-мулатка. Что-то она направлялась к мусорке. Так, нам сказали двигаться по лестнице наверх. Давай попробуем, посмотрим. Игру воспринимать серьезно не стоит. Она очень необычная, и этим она, естественно, привлекла. Только-только я говорил про сисечки и Майами-Бич, тут же открывается подобная картина. Тебе нужно исследовать эту область и подарить любовь. Городу не хватает любви. Так, и нам сбрасывают airdrop, о котором тоже было сказано. Я боюсь предположить, что же может находиться в этом airdrop. Ух ты, вот это класс. Вы посмотрите обилие разных штук. Сушилка для волос, фен там, сниматель лака, еще что-то, я не знаю, что это может быть. Да, подарите больше любви этим жалким людишкам. Так, у нас есть арбалет с прицелом. У нас есть обычная наша дарилка любви. Есть вот такая вот хреновина. И есть вот такая вот штука. Давайте с арбалета начнем. Я слышу, где-то какая-то жизнь намечается. Так, вон людишек. Вон людишек ходит у нас. Хопа! Не ждал такого, ублюдок? Наебте. Так, теперь можно наградить его любовью, отлично. Теперь он стал модным хипстером. Я даже назвал эту игру не симулятор любовника от первого лица, а... Вау. Тихо. Простые серые люди, смотрите, обычные будни делают из них вот таких вот сухариков. Иди сюда. Твою мать. Не толкайся, ты чё толкаешься? Так, ха, голенькая, хорошо хоть цензуркой закрыли. Слушайте, а я ничего так... Она еще так посмотрела. А нам дали энергию любви. Мы за это как раз и получаем очки, так называемые. Ну что, пошли посмотрим? Дружище. Привет, друг мой. А, ты хороший. С тобой, в принципе, все нормально. Давайте проверим другое оружие. Что у нас есть? Вот такая вот штука. Вот такой вот звук. Такой вот звук она издает. Прекрасно. Нига. Ты похож на Франклина из GTA 5. Может, ты его родственник? И пошел довольный, серьезно. Замечательно, здесь какие-то огромные клумбы. Что у нас еще имеется? Stop right there! Да я не буду останавливаться. Я хочу сделать твой мир лучше. Опять Нига. Прекрасно. Город черных. Знаете, как у Ромеро был фильм «Город мертвых», здесь город черных. Так, автомобилю можно подарить любовь? Иногда так не хватает. Чтобы эта сучка завелась и поехала, надо немножко любви. Конечно же, сильную ногу или кулак, чтобы жахнуть по ней. Кто-то бежит ко мне. Я слышу, что кто-то вроде кричал и бежал ко мне. Ладно. Давайте активируем точку. Ва-а-а! Они увидели, смотрите! Там начинается полная жесть. Давай. Отлично. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Ребята, вы что делаете? У меня просто любомет. Я думаю, что мне хватит намного людишек этого дела. Я гиперлюбовник, прекрасно. Мегалов. Хорошо, хоть не Меган Фокс. Так, давай. Чё вы голенькие стоите, прохлаждаетесь? Вот так вот. Китаяночку я бы, наверное, не одевал. Мне кажется, так даже лучше было бы. Все, все довольны, посмотрите. Теперь они похожи именно на тех жителей, которые вот как раз живут в подобных местах. Одеты по-летнему, вот тут как раз шезлонги, все дела. Давайте глянем, кто у нас еще остался и что мы не проверили. Вот эта вот хреновина у меня есть. Даже боюсь предположить, тут какой-то митинг. Господа хорошие,
Чё митингуем-то? Да, нужно спасти как можно больше людей. Они требуют... Что это я цветами ст... Я цветочками стреляю! Какого? Чё, реально? Смотрите, если я посажу здесь лютики, они ставят... станут как-то более добрее, нет? Жалко. Так, у нас наверху есть еще одна точка. У меня автомат, который цветочки сажает. Это прекрасно. Я уже боюсь представить, слева и справа наверняка бегут. Так, на, меня гандошит. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. На, немножко лютиков. Лютики. Так, я подарил им любовь. Стой, я тебе тоже подарю ее. Да не толкайся ты, невежда. Готово. Счастье какое, смотри, как книга отплясывает. Танцы-обниманцы. Так, о, ты агрессивная какая. Сучка. Я могу оставить тебя голой среди этих мужиков. И я не отвечаю за последствия. Ой, меня убили. По-моему, меня сейчас очень жестко покарали. У меня есть какая-нибудь... Что это было? Что произошло? А, я возродился, прекрасно. Сука! Я тебе покажу. Готово. Так, надо найти еще одну точку. Где у нас? Давайте посмотрим. Она у нас в том конце. Понюхай цветочек, может тебе станет лучше в этом мире. Побежали. Да, вот здесь внутри, смотрите. В этом универмаге или супермаркет, что это такое? Что там у нас написано? Biggest of the... А, в молл надо пойти, давай пойдем. Найди там следующую точку и подари любовь людям, которые находятся внутри. Найдите Тедди Гренейд, нам надо найти какие-то медвежачьи гранаты, что ли? Ладно. А здесь, кстати, немножко кадры просели, но игрушка очень неплохо выглядит. Рррр, динозаврик. Давай тебе прямо впасть немножко любви. Нет? Может, я в задок? Давайте мы тут подарим любовь. Я дарю тебе любовь, друг мой. Было бы смешно, если бы он ожил. Так. Headshot. Unstoppable. Воу-воу-воу, родная. Ты чё? Твоя дерзость должна быть... Не такой... Ой, у меня патроны, по-моему, кончились, нет? Кончились. Так, ребят, это какая-то хреновая хрень. Давайте возьмем что-то поинтереснее. Вот этот бульбулятор. Так. Напоминает какой-нибудь Unreal Tournament, серьезно. Так. Готово. Я предлагаю сейчас пробежаться по точкам и посмотреть, что тут у нас. Тут недовольные людишки. Как обычно, привет. О, фигово. Так, лютики. Ни хрена себе, какая там это. Толкучка, ребят. Давай. За нами огромное количество людей было. Какие-то клерки, люди в пиджаках. И все они очень серьезные. Давай. Ну же! Подари всем любовь. Да не толкайся ты. Так, у меня закончилось оружие, это хреново. Мне надо пойти подпитаться. Бегать вроде как я могу намного дольше, и меня это реально радует. Давай. Быренько. Я надеюсь, что это поможет мне и подпитает. Отлично. Так. А следующая точка была у нас повыше. Вот в этом магазине. Здесь надо было найти вот эти медвежата. Так, граната. Давайте проверим, как она работает. Держи, няшного мишку. Ху-ху, как она разлетелась-то, забавно. Что там делаешь? С кем ты разговариваешь, идиот кусок? Ладно. У нас мишка, как мы видим, он должен восстановиться. Это, по-моему, как раз постер игры. Слушайте, забавная хрень получается. Правда, кадры здесь просаживают. Вау, господа. Я никого не звал за собой. Какого черта вы приперлись? Держи мишку. I love you. I hate you. Да, вот так вот. Отлично. Бичуганы, а? Сейчас я еще мишек нахватаю и всем на раз дам под первый номер. Так, ой, что-то многовато вас. Готово. Ну, хоть и одна получит любовь. Это какой-то, знаете, дом 2. Серьезно, кастинг самый настоящий. Эй, ю! У меня патроны кончились, эй, ю. И, к сожалению, зарядка пока не предвидится в ближайшее время. Давай. Быренько. Быстрей. Отлично.
Ух, так, смотрите, внизу какие-то очень озлобленные люди. Давайте посмотрим, что там. О, они нас явно туда не пустят. Так, свалили нахер, нахер, нахер все. Блин, быстрей, надо прятаться. Я, правда, не знаю, как нам тут хилиться, но игрушка реально просаживается. Это печалька, это реально очень хреново. Так, сейчас мы ему мишку кинем. Давай, это вас отвлечет ненадолго. Давай. Да, это серьезные ребята, с ними так просто не справишься. Давай. О, а нет, это походу меня жестоко сейчас поймали, ладно. Работай, нет, работай, хрень. О, наконец-то. Что-то мы с вами сейчас сделали. Чудненько. Так, отель Плаза, наша следующая цель. Давайте пойдем глянем, что там в отеле Плаза происходит. Нужна ли там помощь секретного агента-любовника? О, есть потрошки. Отлично. Такой, знаете, звук. Воу, лимузяшка. Привезли, видимо, какую-то важную шишку, которой так не хватает в мире любви. Поехали. Ну. Оу, это оно сейчас... Ух ты ж твою мать. Да, огромное количество людей следует к вам. Подожди, а у меня оружие пропало. О, господи, это же будет очень долго. Мне придется скакать здесь, прыгать, бегать. Потому что я с ними не справлюсь. Я не знаю, что с моим оружием. А, у меня мишка, да? Нет, не мишка. 35, 34. Хорошо, давайте побегаем тогда. А наша задача была вызвать лифт в данном случае. Так, ребят, у меня, к сожалению, все мои автоматы, которые дарили любовь, сейчас закончились. Я не знаю, в чем проблема, может, глюк? 22 этажа. Получается, с самого пентхауса оно сейчас проследует. Давайте посмотрим, что там на рабочем столе. О-о-о, люди. Какие-то очень агрессивные люди. Так, что у нас там нарисовано? Сколько еще осталось ждать? 2, 1. Давай. Отлично. Слушайте, вау, они прошли сквозь текстуру. Какого хрена это было? Так, мы едем с вами наверх, и здесь кадры хоть повысились. Хоть работает. Так, сейчас найдем. О, на самом верху у них тут просто автопати. Слушайте, а что это там такое? А, это наша штукенция. Сейчас пойдем заберем ее. Людишек тут не так много, и они вроде как не агрятся. Так, отойди. Стоп! Я тебе дам стоп, ёпты! Так, давай. Что, тут не питается, что ли? Ладно. А, liberate the people, понял. Сейчас сделаем. Закончилась наша... Нет, она пополняется, смотрите. А пополняется она как раз, когда мы людишек превращаем в очень довольных и счастливых. Давай. А, дерьмо какое. Держи мишку. Блин, тут закончилось все. Так. Готово. Так, теперь, в принципе, оно доступно. Мы там что-то прокачали с вами. Давайте проверим. Вот, заряжаемся. Вау, какая-то жесть происходит. Сейсмическое движение. Мне уже очень страшно. О, господи Иисусе. Какого черта? Вот ему точно не хватает любви. Хейт, смотрите, у него написано. То есть он ненавидит тех, кто делает хорошо другим. Видите, как плохо? Как я сказал, я даже сам не понял вообще. Ладно. Конечно, надо на это дело запрыгнуть. Ну, естественно, мы были бы не мы, если бы не делали такую жесть. Момент напоминает сейчас из фильма «Матрица», да? Такой прыжок. Боюсь спросить, куда мы направляемся? Неужто в космос? Дарить добро инопланетным существам? Было бы, кстати, очень интересно. Я даже скипать не буду, давайте хоть посмотрим. Какая она упоротая. По-моему, мы похожи на Барбару Стрейзен. Ну?
Она либо слоупок, либо игра слоупок. Какие-то движения такие неестественные места. Ох ты ж, ёб твою мать. Блин, я где-то видел похожую картину, не могу вспомнить где. Этому лысому мужику надо подарить добро. Это ты даришь всем добро? Моему Мишке очень нужно немножко добра и любви. Так, давай. О, это типа босс, что ли? Ёб твою ж налево. Как ты представляешь, я это пройду? Так. Вау. Держи. Ух, нифига. А, я понял, в принципе, что делать. Смотрите, мы прыгаем. И таким образом придется раздаривать ему энергию позитива и добра. Так, давай. Stop hiding, you pathetic little worm. Правда, это хрен мы сделаем вообще, это будет очень долго. У меня потому что ничего другого как бы и нет. Я, конечно, могу попробовать запрыгнуть туда. Может, что-то и получится, давайте попробуем. Да, я понял. Я понял, можно было кинуть, конечно, гранату Мишка. Сейчас попробуем это сделать. Давай. Вроде попали. А вроде не попали. Нет, перелетел, по-моему, немножко, да? Жалко. Стекло разбить тоже нельзя. А взломать ничего не получится. Вроде попал. А, я опять убил. Я не знаю, мы бесконечно тут можем, в принципе, регениться или какое-то определенное количество времени. Сейчас Мишка подзарядится, и мы с вами посмотрим, что может придумать. Так. Хопа! Вот это было хорошо. Давай. Давай, Мишка, давай, 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 давай. Так, 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 так. Лучи любви и добра посылаю тебе. Лучи бобра, лучи добра. Давай, 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 давай. Отлично. Хорош, это было хорошо. Было очень даже найсово. А, по Мишке понял. Практически первое. Так, готово. Ну это просто, ребят, ничего сложного здесь. Реально такого нет. Это реально пройти, мы с вами сейчас это сделаем. Так, уворачиваемся. Сукин сын, а? И здесь у нас нашел. Готово. И теперь наша задача. Я думал, что мужика надо окрылить любовью. Но надо вырубить Мишку. Ну, давай, 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 Мишка, ты какой-то неподатливый сегодня. Я пытаюсь его сделать лучше, а он не хочет. На, ёпта. Практически попадание с трехочковой. Так, последнее. Сейчас сделаем, не кипишу, родная. Все будет. Тут надо немножко ловкости. Попадание. Прямо болти в гаечку. Вот так вот, потихонечку. И медвежонок... Интересно, если он станет очень любвеобильным, он съест своего хозяина? Ну, давай, давай. И, в принципе, сейчас последний раз можно использовать. А, не попали. Хреново. Хреново, однако. Так, тихо. Видишь, как только я подхожу, сразу оно как-то... А, нет, нормально. Так, ну что, попробуем, давай. Пожалуйста, не умирай. Не умирай, родная. Давай, 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 давай. Готово. Вот такие вот дела, друзья. Мишка стал вроде... Ох, ни хрена себе. То есть последним все-таки движением у нас добил. Ты думала, что сможешь остановить меня? Я такой могущественный, хрен ты меня когда-то остановишь, сисястая дура. Но медвежонка-то мы очаровали, походу. Я вам говорю, он сейчас его съест, это точно будет. А, моя любовь! Как я люблю голых, накачанных мужиков лысых. Чпоки-чпоки! Сейчас будет жестко. Вот такие вот у нас дела, ребят. Чпоки-чпоки, это забавно, конечно. Мы, видимо, в очередной раз спасли таки мир. И люди станут немножко добрее и будут больше любить себя и окружающих. Agent, there's too much hate. I wish there was more time.
Да. Прекрасно. Неужели ты прыгнешь туда, родная? Нет! О, господи. Самое печальное, что сейчас мы туда прыгнем с вами. Очень жалко, была симпатичная девчонка. Да, ну, раз говорят, надо прыгать, а что ж делать, выбора у нас нет. Надо нести добро в этот мир. Ракета похожа на член. Прекрасно, замечательно. Естественно, мы собой пожертвовали, чтобы был мир во всем мире. Мы распылили такие вот ореолы радужды, и теперь все будут счастливы. Вот такой вот получается у нас хэппи-энд. Незамысловатая такая забавная игрушка получилась. Так, наши авиаторы. Чудненько. Чем-то, знаете, еще помесь на Saint Row тоже смахивает. Так, да-да, скипнуть это было это дело. Все, ребят, мы прошли с вами игрушку. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании, конечно же. Пока-пока.